Я буду читать пальцем. Я это не делаю никогда, чтобы было понятно. Читаю я только потому, что нам надо представить пана Глуха. Пан Глух, как у вас настроение от нашего общества? Да. Если цензурно выражаться, то... Да, а воздух набирал на другое слово. На что он набирал воздух, мы узнаем следующего. А можно снять его пыл? Я буду делать это первый раз, поэтому мне очень много и ваши восхищенные глаза. Если еще присутствие делаешь. Ты только в одном месте? В одном месте у нас возможны ваши восторженные возгласы. Вы это место поймете, потому что все, кто меня знает давно, эту тематику тоже про меня знает давно. Кто-то будет сидеть у меня на душе, да, хорошо? Нет, я тебе уже тихо. Нет, давай чуть-чуть развернусь. А не против группы съемочной, немножко развернуться всех видео? Съемочная группа? Это же не важно, я всех хоть ложу. Хорошо. Коль, ставь, пожалуйста. Челочку поправь. Скажи, что я чтец, что я придумал свистун. Так и будем. Минуточку тишины, пожалуйста. Внимание. Итак, басни считает талант невероятно широкого масштаба. Николай Гастелло. Бася, автор. Бася написал отец Никита Сергеевича Михалкова. Зайчишка получил от волка приглашение. Пожалуй, к нему супруга на банкет. Другой подписал. Примите уверение, я не здоров. Мерси, пардон, привет. Но данный волк, хоть не был гуманистом, на зайцев не рычал, когда встречал. Их не травил в лесу, не трогал, поле чистом, на их поклоном отвечал. Вот почему польщенный приглашением, сказав зайчихе, причешись, пойдем, придумал громкий тост, предвидя угощение, и преисполненный почтения явился заяц к волку на прием. Хозяин гостю рад, как долго не видались, да вы поправились на целый килограмм. Пока в прихожей зайчики топтались, хозяин подбегнул зубастым поварам. Я тут банкет описывать не буду. Для полной ясности я лишь сказать могу, что повара к столу подали блюда, и это было зайчье рагу. Сравнение мое, быть может, грубоватое, но я имел в виду зайчат в системе НАТО. Мы приглашаем представителя дружественной натовской державы Румынии. Пан Глух, встречайте. Что я хочу сказать, что когда гремит над миром канонада, а надо плохо думать вам не надо. Хочу, чтобы о странах, членах НАТО мы вспоминали иногда без мат. Пан Глух вообще-то у нас поэт, но сегодня он будет петь. Итак, господа Глух, и только для вас. Первый раз. Танго! Первый раз в жизни. Аплодисменты! Песня моей молодости. Современной аранжировки представляю нашего уважаемого гитариста. Ярмен Албанец Чурный. Да. Как сосед? Из Албании. Сосед Албании. Синий. Давай. Хорошая музыка. Сидите, чеплин гитары, лаурами, камень пилили, тую пересплунили.
Ошибся, да. Ошибся в языке самого Дракулы. Это надо опасаться. С кого думать? Первый раз шесть. Я просто не начинаю. Уже знаю. А тебе надо? Нет, это общее дело наше. Наше общее дело. Тогда мы терпим. Это наше общее дело, делать его будем вместе. Мы все его прикрываем от себя, да. Я люблю.